Ну всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня я попробую уловить на поплавок на сало. Я не знаю, что с этого получится. Но мы попробуем. Вот такой вот один кусочек. Мы его нарежем. И посмотрим. В озере карась есть, карп, подлещик, плотва. Ну и посмотрим, что захочет скушать сало у нас. Ну а что будет дальше, смотрите, не переключайтесь. Ну вот такой у нас маленький крючочек. Берем, я думаю, вот такой кусок. Я не знаю, что будет. Кто-нибудь из вас ловил на такое уже, на сало или на поплавок? Эксперимент, как говорится. Посмотрим. Глубина где-то метр. Вот туда мы закинем. Посмотрим, будем ждать. Как что-то начнет клевать, включусь и покажу вам. Да, или подлещик. А? Подлещик. Как его сейчас брать, блин? Сошел бы он бы сам уже, чтобы мне не мучиться с ним. Опа! Как вам на кукурузинку? Да. Ну а какой? Потертый весь. Вот такой вот лещ. Спасибо. Все, ушел. Приятно, когда удочка тоненькая, легкая, вернее. Поводок у меня 0,14 стоит. Такого подержать. На сало у нас не клевало. Поставил кукурузинку, и дело пошло. На сало ни одной поклевки не было. И вот сейчас вот поставил кукурузку, и сразу же поклевочка. На эту камеру, наверное, не будет видно поплавок. Да. Санек взял фотик с собой, попробую сейчас поставить, и чтобы на зуме видно было, как поплавок уходит под воду. О, пошел, пошел, пошел. Есть. О, такая плотвичка бывает и покрупнее попадается, но одна за одной. Хватает, дай боже, только успевай. Спасибо. Я немножко подкормил кормом, которым ловим карпа, на кормушку вешаем его. Ну вот, видимо, рыбка подошла на него. Смотрим еще раз. Я не знаю, ну, наверное, хотя, может быть, и видно его. Похилим.
Ну, сейчас Саня достанет фотик, попробует приблизить. Ну, тогда, наверное, и клевать не будет. Вот это покрупнее плотвичка. О, какая красотка. Блин, у меня нет этого, чтобы крючки доставать. Вот сюда такая палочка есть. Такая палочка есть под рукой, и можно достать крючок. Спасибо. Пошла. Ладно, поплавок, рыбалка больше такая расслабляющаяся. Сидишь себе. На поплавок всегда рыба клюет. Можно не переживать, что ничего не поймаешь. Не, бывает, конечно, так, что ничего не ловится. Но шансов больше на поплавок поймать рыбу, нежели на что-то либо другое. Установил камеру Санину, фотик. Я думаю, вам поклевки тоже эти видны. Он как ведет. Опа! Подлещик. А мы его ждали. Опа. Ладошечка. Тоже приятно. Повторюсь, на сало не хотела клювать. Блин, надо было, наверное, взять крепление на голову, включить запись и все время снимать. С груди неудобно немножко. Есть. Тоже хорошая плотва. Опа. Прилетело. Тихо, тихо, тихо. Оп, и достали. Все. Спасибо. О, это у нас красноперочка. Вон какая красивая. Только ее кто-то вон кусал уже в свое время. Это первая красноперка в этом озере у меня. Спасибо. Разнообразие рыбы в этом озере, конечно, большое. Повело, повело, повело. Подлещик. Тише, тише, тише.
Все, спасибо, блин. На поплавок какой-то затишье началось у нас. Ветер поднялся, блин, пипец какой сильный, боковой. И что-то брать перестало вообще у нас. Ну ничего, все равно. Плотвичка, подлещик, лещ, карась. На поплавок было на кукурузу сегодня. Так что кукуруза явный лидер, если сравнивать. О, если сравнивать с салом. Кто это у нас? Подлещик. У меня поводочек 0.14. Да, 0.14 стоит. Оп. Как-то странно, включил камеру и сразу же рыбу клюнул. Обычно наоборот. Ну вот, спасибо. Пошел, пошел. Кукуруза явный у нас лидер. На сало брать вообще не хочет. Хотя я видел в интернете, что и на сало ловят там рыбу хорошо, но не знаю, у нас тут нет. Ветер какой, блин. Я думаю, еще немножечко посидим. О, поклевочка была. Еще немножко посидим, да, и поедем мы, наверное, домой. Половили хорошо сегодня. Только вот, блин, с погодой нам не очень повезло. Ветер сильный, блин, и обещанного солнца даже вообще не было сегодня. Ну, главное, рыба была. И это уже хорошо. Ну давай, клюй еще. Камеру не выключаю. О, есть. Ну какая плотва здоровая. Это уже приятное. О, какая, спасибо. Опять же, сразу же закинул, перебросил, вернее, и сразу же пошла поклевка. Надо кукурузкой подкормить. Все равно скоро домой. Нам кукуруза не нужна будет. Поэтому можно подкормить. Ну и будем ждать сейчас. Что-то хорошее, подлещик. А? Да. Ну все, успокойся, блин. Я тебе говорю, успокойся. Сейчас я тебя отцеплю и отпущу, блин. О, какой. О, молоко потекло у него. Пошла фанера.
Красиво. Видимо, на кукурузу подошел подлещик. А нет, это плотва у нас. Хорошая плотвичка. Она засеклась. Все равно, смотрите, какая. Вон какая хорошая. Все, спасибо. Это уже интереснее, может быть. Рыба подошла именно на кукурузу, то, что подкинули, потому что до этого ну, слабовато было. Сейчас уже хоть какая-то активность началась. А у нас тут зацеп, блин, весь день ловлю здесь. Никаких зацепов не было. Сейчас на тебе, блин. Отцепил, однако. Ну, что сказать, опыт. Ладно, попьем, наверное, кофе и будем собираться домой. А то уже подзамерзли немножко. Надо будет ехать. Ну, всем, кто смотрел рыбалку на поплавок, всем спасибо и всем пока.